Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Кто же это у нас сегодня в гостях? А у нас в гостях сегодня Галина Романовна Иванова. Да, Галина Романовна Иванова. НЛП-тренер, кандидат медицинских наук, врач-психиатр и наш давний хороший друг. Очень рада всех видеть, слышать, чувствовать. Видеть нас, слышать нас. И чувствовать вас. Чувствовать вас. Итак, сегодня мы, а это Ольга Парханович и Юрий Чекчурин, решили обсудить с Галиной Ивановой крайне интересную, важную тему. Осень. Осень, обострение, знаете ли, товарищи. И осеннее обострение не покинет больше вас. В общем-то, с этой веселой ноты мы и хотим начать нашу сегодняшнюю беседу, поскольку в этой беседе для нас важно будет разобраться с тем. Разобраться. Как обострение этого избежать или насладиться? Как насладиться обострением? Ну, ты знаешь, вечно, да, по поводу наслаждения обострением я тебе могу сказать, как человек, который долгое время работал психотерапевтом в клинике Инсайт. Нет, напрасно. Как человек, который долгое время работал психотерапевтом в клинике Инсайт, я могу сказать, что приближается то веселое время, когда в клиниках начинают приходить вовсе не подснежники, как это бывает весной, а вовсе даже люди, которые чувствуют себя не очень хорошо, совсем нехорошо, просто нехорошо. И люди, которых, в общем-то, приводят с собой их родственники. Сложное время наступает. Оно, может быть, традиционно приписывается осеннему, весеннему сезону, или, может быть, действительно есть определенные такие вот сезонные ритмы, но действительно мы уже начинаем сталкиваться, что многие наши пациенты после летних каникул, после какого-то такого периода стабильного солнечного благоденствия, лето было чудесное, витамина D хватило на всех, начинают испытывать усталость, утомление, местами даже истощение, начиная с мам, которые вот отвели детей в школу, и уже начался сложный период, да, полный стрессов, и заканчивая пациентами с достаточно тяжелыми заболеваниями. То есть непонятно, бывает ли это всегда, либо же это действительно какой-то период. Потому что вот я по опыту могу сказать, что май и октябрь были достаточно веселыми месяцами в клинике Инсайт. Потому что если не каждый день, то уж во всяком случае раз в 3-4 дня нас ожидала исключительно какая-то пакость, знаете ли, на ресепшене, когда у человека либо ехала крыша, либо действительно человек обращался с проблемой, которую можно было решить только медицинскими средствами. Ну, я думаю, что для эндогенных заболеваний, таких как биполярное, да, вот, аффективное расстройство, например, тяжелая депрессия или более еще даже, как вот считается, еще более страшные психические заболевания, для них, конечно, вот эта цикличность сезонная есть. Да, и действительно считается, что осенью и весной их бывает больше. Но я бы предположила, что это еще с чем может быть связано. Ну, весенние, наверное, это усталость после долгой зимы. Долгий период авитаминоз, долгий период без солнца, период, связанный с неким ограничением подвижности, активности, свободы выйти, погулять, подышать свежим воздухом. Опять же, в отпуска мы тоже зимой не так часто ездим. А вот осенний, вероятно, связан с тем, что летом всем хорошо, все ровно, и никому не хочется вовремя оказывать себе какую-то поддержку. В этом нет необходимости. Никто не обращается летом за помощью. Очень мало кто обращается к психотерапевту. Кажется, что все хорошо. А потом отпуск резко заканчивается, и почему-то в сентябре резко начинают заканчиваться силы. Вот. А почему? Уж казалось бы, вроде бы витамин D это мы хапнули, да, витаминов наелись, фруктов наелись, да, казалось бы, вот все, нервная система отдохнула. Человек, по идее, должен, набравшись сил, приступить к делам и ко всему остальному. Ну, вот тут вот почему-то. Тем более, что, в общем-то, у нас достаточно, как это принято, городской ритм, когда летом мы отдыхаем, а с сентября начинается вот она. 3 года детского садика, потом 10 лет школы, потом 5 лет, а у кого-то и 6. Я до сих пор живу по этому графику, будучи доцентом университета. А все мы по нему живем. Весь мой год начинается в сентябре. Те, кто прикидывается, что не живут по этому графику, они прикидываются. И вот мне кажется, что дело как раз в этом самом графике, потому что у нас ведь получается, как летом мы отдыхаем, лето – это пора радужных вот каких-то вот занятий, надежд и представлений, а потом резко опускается занавес. Сентябрь. Наступил сентябрь, мы переодеваемся в скучную школьную форму и дружными рядами идем трудиться. И взрослые живут мечтами о будущем отпуске, дети мечтами о предстоящих каникулах. И самое главное, что все сталкиваются с глобальной перестройкой вот какого-то жизненного стереотипа, который успел сложиться за лето. Там, может быть, у вас и не было вот этого 3-месячного отпуска, но вы каждые выходные ездили на дачу. Лето, если уж на то пошло, это вообще достаточно неструктурированное время. В бизнесе летом не начинаются никакие проекты. Хотелось бы отметить именно в российском бизнесе, потому что вот было бы интересно сравнить, провести такой анализ с Западом, где летние каникулы у детей с середины июля до середины августа. То есть вот в Британии, во всяком случае, именно так. Летние каникулы у детей занимают месяц. С середины июля до середины августа, а потом опять в школу. Вот как у них не там... Не успели расслабиться, а уже снова в школу. Ну, да, они не успевают напрячься. Или, точнее, разнапрячься, чтобы потом снова начать испытывать напряжение. Ну, да. Потому что вот действительно интересно, как там вот с осенним обострением, а также с весенним. То есть, такого большого контраста нет. Я вот вспоминаю замечательную книжку «Каникулы малыша Николя». Если, может быть, попадался чудесный, очень снятый по этой книге фильм семейный. Так вот, во Франции каникулы наступают, лето наступает, и все исчезают. Па-пам. Там перестают работать какие-то вот глобальные службы, перестают работать значительное количество всяких государственных служб и так далее. Я не уверена, что это 3 месяца, я не буду обманывать, но какой-то период вся страна уходит в отпуск одновременно. Не, ну тут смотря с чем соотносить, да, то, что у нас совпало. У нас вся страна уходит в отпуск, будем честны. То есть, может быть, официально он не объявляется, но если мы посмотрим, например, количество там, не знаю, там нарубленных дров или там количество чего-то там еще, ну, за исключением разве что сельскохозяйственного сектора, который в России уже не такой большой. Вот, если посмотреть... Не такой большой, мы видим. Не-не-не, еды много. Сектор маленький, и это я имею в виду, научились все-таки. Вот. Я просто думаю о том, что вот если раньше, например, именно лето, весна до осени, это было как раз сезоном не спать, косить, борьба за урожай, которая начиналась весной с посадочных работ, ну, в смысле, не с посадочных, а с этих, как его, не знаю, там, землю рыхлить. Да? Подготовка к посадочным работам. Она самая. Вот, и заканчивается уже вот осенью, когда все скосили, все убрали. И все. Типа можно отдыхать, спать. Это вот крестьянский цикл. А, спать. Да нет, не спать, согласен. Ага. Крестьяне спать легли. Ну, не знаю. Во всяком случае, вот в 19 веке крестьяне в это время ходили в город работать. Понимаешь? Там наниматься на фабрике. Одно время как раз фабрики в России работали с октября и по апрель. Потому что все остальное время просто рабочих не было. Вот такая вот история. Что-то мы ушли в культурологию, причем это... Что же делать, спрашивают наши радиослушатели. Подожди. Что делать? Что же делать? Да, это я. Доктор, помогите, что мне делать? Тебе сразу что делать? А меня интересует, а почему? Ну, вот такая вот резкая перестройка, и что? И человек взял и поломался. Резкая перестройка, она подразумевает необходимость адаптации. Если у нас это стресс. Это стресс, но стресс изначально – это ресурс нашего организма, нацеленный на достижение адаптации. Вообще-то. Ну, я думаю, что мы об этом знали. Так. Но для того, чтобы адаптация случилась, она должна быть доступной, да, вот если так, должны быть ресурсы для этой адаптации. И желательно, чтобы последовательно эта адаптация шла, и изменения шли постепенно. Совершенно потому что верно. Когда стресс сразу наваливается с разных сторон, это усиливает состояние вот этого. Но у нас же, получается, ресурсы есть, там всякие объективные, например, да, там, финансовые, материальные ресурсы, или есть физические ресурсы, да, или, может быть, даже неврологические ресурсы. Ну, как бы у кого-то голова больше нагрузки выдерживает, у кого-то меньше. А есть еще ресурсы когнитивные или ресурсы, которые можно было бы назвать, скажем, особенности отношения к событиям. Вот мне очень нравится стратегии отношения. Мне очень нравится такая вот идея, называется полисовладание. Ну, раньше все говорили про зону комфорта. И продолжает про нее говорить. А что мы можем назвать полем совладания? То есть это такой объем действий, объем доступный для человека, доступного пространства, в пределах которого он может справляться с какими-то задачами. И уверен в том, что он может с ними справляться. Серая зона. Такая вот серая зона между зоной комфорта и зоной дискомфорта. Ну, такого. Пожалуй, да. Это по аналогии с единицами внимания в момент времени, да, да, 7 плюс минус 2. А в данном случае единицы возможности что-то реализовать и проконтролировать. Совершенно верно. Именно, то есть, вот сколько именно я проконтролировать. Могу? Именно проконтролировать, мне кажется, здесь более точная формулировка. Потому что это вот то, что я могу, с чем я могу совладать. Да, я вот не случайно назвал серая зона. Потому что в этой серой зоне я могу совладать, а могу и не совладать. А могу и не захотеть совладать. Но, тем не менее, это по-прежнему мне доступно. И здесь вопрос, пожалуй, в том, какая у людей не только зона комфорта, но и вот эта вот зона поля совладания. И оно зависит в значительной степени от того, что человек знает, о том, что у него есть, о том, на что он способен, что есть в мире, какие ресурсы, опять же, ему доступны и так далее. Ну, для примера приведу. Вот я сюда ехала сегодня, у меня прокололось колесо. Казалось бы, да, вот, ну, пробило колесо. И останавливаюсь я там у гаишников, у ГИБДДшников, они подходят, говорят: девушка, ну как вы сюда доехали? А я смотрю, там такое вот, ну, плохо выглядит колесо, а понять не могу, мне пугаться или нет. Вот реально, пугаться или нет. И единственное, что мне пришло в тот момент в голову, спросить: а у вас есть компрессор? Они ошалели от моей наглости. Есть. Мне дали компрессор, сказали: ну вот накачайте и до ближайшего шиномонтажа. И мне хватило ресурсов для того, чтобы открыть карты, посмотреть, там, где там ближайший шиномонтаж, примерно прикинуть, что я знаю, кого я, что я опять буду просить, если оно у меня опять спустится, это колесо. Я приехала на шиномонтаж, дала немножко больше денег, чтобы меня сразу вот быстренько вот починили, погрузили колесо, и вот она, я здесь сижу. А вот кто-то другой, например, попади в эти ситуации, стоял бы и плакал. Или бы звонил мужу, например. Ну, или, например... Иди спасай. Приезжай срочно, у меня тут колесо спустило. Отказался бы от всего, от всех планов, задач и целей. И назад поехал бы. Да. И вот это вот поле совладания, оно зависит и от некой информационной компетентности. Ну, просто элементарно ты знаешь, что делать с колесом и как с этим делать. И от финансовой компетентности, чтобы были деньги там, заплатить, например, за него. И от представления о том, что я умею и могу с этим справиться. И что вообще девочки умеют с этим справиться. То есть вот много-много факторов, которые складываются в представлении человека о том, что он способен адаптироваться. Информация, действия, личные компетенции, которые есть. То есть вот в данном случае компетенциями является, например, ваше умение договариваться с ГИБДДшниками. Кто другой бы может это... Ну, они же прежде всего мужчины в форме стоят. Значит, третье – финансы, да, материальные. Четвертое – время. Да? То есть вот практически все наши ресурсы. Ну, вот и если у человека есть доступ к этим ресурсам, в конце концов, такие ресурсы, как люди. Да, или умение конвертировать эти ресурсы одни в другие. То есть вот кто-то, вполне возможно, ну, например, совсем девочка-девочка, сделала бы так, что вот вообще ГИБДДшники бы накачали этим компрессором. Вообще-то ГИБДДшников, может быть, нет. Это её на руках донесли. Да, донесли бы, вполне возможно. Но в данном случае, скажем так, не те компетенции скорее психиатра, нежели блондинки. Слушайте, да, надо тренироваться. Да, ты что, это навык очень серьезный, попробуй прокачай. Да. Не каждому дается. То есть умение конвертировать эти ресурсы, пожалуй, так. Меняться, да? Вот, например, мне вот эта фишка не подходит, давай поменяемся, у тебя есть та, которая мне нужна. Да. Это тоже навык такой очень серьезный. Умение обучаться. Да. И вот здесь достаточно важный момент, это вот, Галя, то, что вы сказали, это если человек в состоянии отследить то, что у него, условно говоря, весной и осенью происходят такие вот изменения. Потому что не каждая ворона долетит до середины Днепра. Ну, в смысле, не каждый человек в состоянии отследить четко, что вот как это, что с ним случается. Ну, отрефлексировать. Да? То есть уровень рефлексии у людей крайне редко, когда человек может отследить изменения в собственных реакциях, в собственных состояниях. Обычно люди прям в процессе живут. Второе, это здесь важный момент отследить, тоже очень важный момент отследить, что это происходит именно с тобой, а не вообще нечто в мире. Потому что я вот вспоминаю… Свою долю участия. Да, свою долю участия, взять свою ответственность, условно говоря, за свое состояние. Потому что очень многие люди ответственность за свои состояния нифига не берут. Я просто вспоминаю песню моей юности. И мы ее пели. И часто плачем мы невольно, когда дожди стучат в окно. Не потому, что сердцу больно, а потому, что и есть оно. Звенит высокая тоска, невыразимая словами. Я не один, пока я с вами. Деревья, птицы, облака. То есть, обратите внимание, такая эстетизация. Вообще как бы осенняя депрессия. Ну, это вообще очень эстетичные эмоции. Да. Впасть в депрессию, это же свидетельствует о том, что ты высокой духовной организации, да, душевной. Ну, вообще об этом можно достаточно долго говорить, потому что депрессия – это важная часть человеческого опыта, период подавленности. Не тогда, когда уже клинические признаки требуют немедленного вмешательства и внутривенного введения антидепрессантов. Нет, а вот именно период, когда человек без какой-то радужности, без разноцветных очков смотрит объективно на то, что с ним происходит. Чего? Объективно? Ну, не приукрашенно. Не приукрашивает, не приукрашивает. Ай, да вы что? Есть даже вот версия, я сейчас не назову, кто эту идею высказал, что, в принципе, эволюционно, да, депрессия как признак, она закрепилась в человеческой популяции, потому что даже первобытным людям нужны были меланхоличные нытики с пессимистичным взглядом на мир. Они должны были просчитать потенциальные сложности, потенциальные проблемы и какие-то критически оценивать происходящее. Имея дочь-подростка, я вам скажу, что мы в курсе отследить все 50 оттенков этого самого серого цвета депрессии, я бы сказал так. Вот. И здесь, с этой точки зрения, может быть интересно задуматься о том, что депрессия, апатия вообще характерна именно для подросткового периода. Вот этот вот период пресловутый, я сейчас кавычки ставлю пальцами, чтобы наши радиослушатели нас слушали, вот этой вот романтичности, я бы так сказал. Вот я почему зажал-то на тему неприукрашенности, это как будто, значит, вот депрессия – это объективный взгляд на мир, а значит, оптимизм – это, значит, вот фантазия, понимаете? Вот типа так, да? Гипертимия, а то и мания, она иногда тяжелее, чем депрессия проходит, с более тяжелыми последствиями. Но разрушение-то там совершенно определенно больше в гиперманиакальном периоде. Тут я с вами готов согласиться, потому что человек в депрессии, он обычно лежит пластом, вот если уж совсем брать. Ну, или хотя бы не так активно передвигается, как было до этого. Ну, экономит силы. Да. Все нормально. То есть вот здесь-то на самом деле можно и даже не поспорить, а просто рассмотреть с разных сторон, когда, в какой момент лучше. Потому что и мания, которая вводит человека в очень сложные обстоятельства, она потом сама по себе может стать поводом для депрессии, когда человек, выходя из мании, оценивает, а что же со мной было и что теперь обо мне думают сослуживцы. Постоянно. Ну, как бы не то, что постоянно, но сталкивался я с несколькими такими случаями, когда у человека эти периоды понедельно сменяли друг друга. Такая вот шла, циклоидность. И это, ну, это вообще, если рассматривать, я бы так сказал. Вот. Если рассматривать акцентуации, да, разных психотипов, то они получаются такими, ну, утрированными. Да? Кто-то в депрессию впадает, кто-то маниакально за что-то берется, да? Кто-то начинает себя яростно всем показывать. Либо уходит в себя. Либо там, наоборот, уходит вообще в растворение, все дома сидеть, никуда не выходить. Ну, например, биполярочка характерна для параноялов, когда человек либо начинает «я люблю тебя», «сука, уйди от меня». Отойди, ты опять мне всю жизнь все. Ну, вот это. А мне нравятся те, которые порядок наводят, книжки по размеру на полках расставляют. Это тоже хорошо, да. Угу. Это получается, это то, какие проявления бывают, да, то, как психика реагирует на стресс. А стресс, он как раз строится. Возвращаюсь я на то, что человек не осознает того, что с ним происходит. То есть это просто он в потоке находится. Вот, можно так сказать. Либо второй вариант, он все это приписывает окружающему миру. Это окружающий мир меня, как бы вот звенит высокая тоска. Ну или, наконец, когда человек искренне считает, что все это является результатом его тонкой душевной организации, а то, что вот себя напридумывали, там, вот это, то, что там вот это депрессия, или там биполярка, вот, или там еще что-то, это вот вообще как бы это я такой человек. Это все очень увлекательно, и именно поэтому все-таки и врачи, и психиатры, и психотерапевты, и психологи, они, наверное, все-таки не просто должны, да, это важно, чтобы это входило в их практику, говорить с пациентами о том, что с ними происходит. С впервые пришедшими пациентами это особенно важно. Вот именно работа с самым первым эпизодом, с самым первым случаем, для того, чтобы элементарно какое-то было психообразование. Вот с тобой происходит то-то, то-то и то-то. Вот сейчас мы назначим такие-то, такие-то таблетки. Галя, вот, конечно, вы правы насчет психообразования, которое происходит в кабинете. Но не слишком ли это поздно? В идеале, конечно, это должно начинаться в детстве. Но мы говорим сейчас именно о первом эпизоде появления у врача. Я хотела как раз сказать о том, что если эта первичная вот работа уже терапевтическая проведена правильно, то пациент в следующий раз своевременно опознает симптомы надвигающегося, например, депрессивного эпизода. И вовремя придет обратиться за помощью. Неважно, осень это или зима. Или лето. И тут я с вами абсолютно согласен. То есть вот это необходимо обучать клиентов. Собственно, именно этим занимался в свое время Зигмунд Фрейд, основатель, можно сказать, сегодняшней психотерапии. Но вот я сейчас думаю немножко о другом. То есть нужно ли действительно вот объяснять и рассказывать это гораздо раньше? То есть на уровне всеобщего психологического, психотерапевтического ликбеза. Когда мы действительно должны понимать то, что вот она осень, и вот оно осенью, вот это вот уже может начаться. То есть, если это происходит резко с вами, если вы ощущаете усталость, эмоциональное выгорание на 2 сентября, условно говоря. Нежелание общаться с людьми. Если вы испытываете нарушение сна, нарушение аппетита, которая, кстати, вот в первую неделю сентября достаточно интересно, мало кто обращает на это внимание, но именно первая неделя сентября, вот она здорово влияет, например, на аппетит. Уже не в первый раз, не первый год я сталкиваюсь с тем, что женщины говорят о том, преимущественно проблемой веса интересуются женщины. Вот, о том, что, значит, вот ничего не могу с собой поделать, хочется есть, есть и есть. Понимаете? То есть, и вот это вот, вот эти вот как раз вроде бы мелочи, да, они как раз и служат маркерами, сигналами, ранними сигналами того, что здравствуй, здравствуй, осеннее обострение. Здравствуй, здравствуй, дорогая моя, как она, обострение акцентуации различного рода. Здравствуй, здравствуй, психотип, который вылезает. То есть, вот не должны ли мы, спрашиваю я, об этом кричать, стучать в колоколы, бить в бубны? Я не уверена насчет стучать в бубны, а вот все-таки давать какое-то психообразование такое, в виде профилактики, да. Это было бы важно. Но нас же в конце концов учат чистить зубы. Вот эти, да, вот бесконечные, да, да, уроки в школе, как правильно держать зубную щетку. Не горбись. Ну хорошо, ладно, я не. Это вопрос личной гигиены, действительно. Это очень важно, что детей можно было бы учить тому, какие есть эмоции, как эти эмоции могут друг друга сменять, что становится их причиной. Самое главное, чтобы родители тоже могли показывать ребенку, что вот у него могут быть такие реакции, такие эмоции, у них бывают и такие эмоции. И выходить из этих ситуаций нужно вот таким вот образом. А можно по-разному из них выходить, но самое главное, мы твои эмоции видим, и мы тебя в них поддерживаем, сочувствуем. Ну, давайте-ка так. То есть, шаг первый тогда. Действительно осознавать то, что осень опасна. Ну, осень – это время, когда мы можем острее почувствовать какие-то вот собственные психические сложности. Весна – это время, когда заканчиваются накопленные, казалось бы, вот, ресурсы адаптации, я бы так сказал, когда мы доходим до конца своего поля совладания. Пожалуй, да. Я вот вспоминаю студенческие годы, где-нибудь так под 25 января у нас заканчивалась зимняя сессия, и я могла наконец выдохнуть и сама себе сказать: фух, перезимовали, хотя до конца зимы еще оставалось, ну, по забайкальским меркам, еще 3 месяца. Только бы не больше. Вот, но все равно вот уже вот, силы начинали к тому времени уже вот потихонечку уходить на убыль, и к марту ты уже учился с достаточно большим трудом. И вот обратите внимание, это даже, казалось бы, с достаточно сильным и адаптивно, я бы так сказал, непотраченным организмом. Ну, абсолютно. Я училась вообще в идеальных условиях. Вот и я про то же. То есть, тогда вот оно. Первое. Опасный, да? Чего? Осень, зима. Весна. Ну, и лето. Лето безопасно, за исключением маниакальности. Летом просто большая часть психиатров, психотерапевтов в отпуск ходит. Это да, потому что летом мало. Ну, если говорить про осень, да, вот даже с нелперской точки зрения меняются субмодальности. Если до этого было все яркое, цветное, разноцветное, вот именно разноцветие было какое-то, то когда мы переходим в осень, сначала такой вот все буреет, все сереет. Вот на самом деле осень, золотая осень, она вообще не с самого начала. Ты видел всю эту яркость и красоту, было светло. Потом становится темнее, тучи наползают, да, становится меньше света, все становится блеклым, выцветающим каким-то, некрасивым совершенно. А с субмодальностей, да, если рассматривать стратегии, внутренние стратегии и субмодальные шаблоны, то это не самые ресурсные шаблон. И внутри запускаются другие стратегии. Давай уж прямо называй. Это субмодальный шаблон депрессии. То, что ты описываешь. Да, и получается так, что включаются вот эти все компенсаторные функции, да, там включается желание контролировать все эти процессы. Потом какое-то подтверждение того, что ты делаешь все правильно, яркое, красивое бабье лето. После него все выключается и вновь становится серым, и красивее не становится. Ну, может быть, когда снег выпадет, но не в городах, опять-таки. Да? И опять-таки, вот обрати внимание, что именно осенью начинаются, ну, условно говоря, у людей склонных или близких к пресловутой депрессии романтический период меланхолический, вот, у людей, склонных к биполярочке, соответственно, ненависть к близким людям. Ну, а чё они достали, чё они окружают, да, к своему окружению, чё они меня окружили, да, вот, значит, соответственно, у людей, близких к шизоидности, еще больше уход в себя. То есть просто вот как подводная лодка, так все, и пузырьков уже нет. Готовимся к погружению. Готовимся к погружению. Вот. У людей, соответственно, достаточно вроде бы эмотивных, начинается тревога. Начинается тревога, начинается обострение того, что а не случилось ли, и здравствуй, родной кортизол, поднимающий тебя в 4 часа утра. Зато пободрее стало. Пободрее, да, пободрее. Ну, то есть, вот все это как раз может начаться. Это мы про осень говорим. Но если про весну, и с точки зрения субмодального шаблона становится вроде как наоборот, да? Становится светлее, становится небо голубее, в этом люди наконец-то надевают какую-то, возможно, цветную одежду. Казалось бы, да, птички запели, больше аудиальных каких-то даже приятных таких раздражителей. Но это уже нормально, это когда ты говоришь о мае. Практически. Ну, это, в принципе, да. Вот. А вот этот мы период, говорим когда о марте. Ни туда, ни сюда. А март-апрель – это засада. Всё это уже в отличие от белого. Грязь. Здравствуй, свинцовое низковисящее небо. Свинцовое низковисящее небо. И опять-таки для кого-то это романтика. Для кого-то это уход в себя, для кого-то это родные сволочи, которые достали, окружили, а для кого-то это тревога. Тревога, раннее пробуждение, вот это вот самое романтическое раннее пробуждение, когда ты пыришься, это я про себя, пыришься в окно, в это свинцовое окно, и на душе волнительно, волнительно на душе, понимаешь? Запахло чем-то новым. Что-то несет запах перемены, странствий. Да. Юрсну Смубрик уходит в путешествие. С языка сняла, да. Вот. Я про март, я не про май, а про март. Но посмотри, если в мае все красивое становится, то в марте, в апреле начинает появляться яркое солнышко, но оно нечастое. И на контрасте с этим ярким солнышком утрируется вот эта вся серость и грязь, получается. Вот ты какая радостная сейчас, а? Субмодальные шаблоны. Да? Субмодальные шаблоны, которыми мы фактически сами себя можем погрузить. Внимание, первое. Триггерные субмодальные шаблоны. Это первое. Триггерные субмодальные шаблоны. Внимание, господа, записывайте. Как только вы видите кругом серое, да, это что? Это триггер. Это осень. Или март. Тут два варианта. Весна. Или март. Значит, скоро все поменяется. Все поменяется. Вот. Это первое. То есть, второе, что нужно тоже понять, что это связано не с окружающим. А что, как бы, по большому счету, триггер-то в окружающем, но реакции-то мои. Мои реакции. Это реакции мои. Это романтика, она вовсе не связана с этим грёбаным лесом, да, мартовским, или наоборот, осенним лесом, когда звенящая пустота. И журавли уносят лето, расправив серые крыла. Тоскливо, печально кричат, да? Да, тоскливо, печально. И вовсе они не тоскливо кричат. То есть тоскливо это вперед! На юг! Да, тоскливо это уже твоя личная интерпретация. Помни об этом. И то, что значит осенний лист падает с дерева, это никоим образом не связано с той фигней, которая творится у тебя на душе. Все дело в оценках и в представлениях о том, что для человека означает то или иное событие. Что называется, не само событие нас убивает, а то, что мы о нем думаем. И та же самая осень, она может совершенно совершенно по-разному выглядеть, совершенно по-разному звучать. Вот был бы я крестьянином каким-нибудь, я бы такой вышел, сказал бы: осень, хорошо-то как. Вот это как это, преет, чернозем-то. Ну, что-нибудь в таком духе, черт подери, понимаешь? Фотографии видели со всяких американских, по-моему, пабликов, когда там родители фотографируются, как они рады, что дети наконец сваливают в школу. Ура! Ты уходишь в школу, мы свободны. Тоже большая радость. Добби свободен. Ну, а тут получается, что ведомость, хорошо, ну, потемнело, но тебе не обязательно глаза вниз опускать. У нас же, естественно, да, мы когда опускаем вниз глаза, все становится темнее, когда поднимаем, все становится светлее. И в данном случае становится темнее, и мы такие раз, и глаза еще вниз опустили, чтобы, ну, поддержать, да? По традиции. По традиции. Стало холодно, да не обязательно тебе скукоживаться, у тебя с одеждой все нормально. Надевай одежду по погоде и держи спину прямо. И не обязательно тебе вот эти вот собачки в это время опускать уголки губ вниз. Совершенно не обязательно. Ладно, мы уже выбрали. Так, это вторая. Просто вот оно, уровень, хотя бы минимальный уровень рефлексии, как ты ведешься за вот этими всеми внешними элементами. Что они для тебя означают? Третье. Внимание. То, что ты ведешься, вовсе не означает, что такое есть. То есть это третий важный момент, вот, который есть как раз в этой самой рефлексии. Потому что в одном случае это я такой романтичный, я такой стою и смотрю в это небо свинцовое, потому что я вообще романтичный. На самом деле печальный и депрессивный. Да, сука, ты не такой. Начнем с этого. То есть вообще. Ты просто сейчас смотришь небо и чувствуешь такую романтичность. Все. Это всё, достаточно. Не надо генерализовать. А можешь чувствовать что-нибудь другое. То есть, и вот это вот важный момент, который следует знать нашим, как это, радио-телевидео-чувствователям и слушателям. Уж не знаю, как их назвать-то. То есть, сенсориком нашим. Вот. То есть, как раз третий момент – это четко понять, что ты, конечно, можешь поставить себе диагноз, ты молодец. Классно. То есть классно, да? Я депрессивный, или там я романтичный, серечь депрессив. Можешь. То есть это твое право. Но вообще-то это в том числе и твоя ответственность. Да. То есть и в данном случае ты можешь, опять-таки, знать, что когда ты видишь осень, тебе следует обратиться, запланировать, ну, как бы к своим чётам. Ресурсом. Ну, в этом случае, конечно, говорит терапевт. Конечно. Как же без терапевта-то? Терапевт – ресурс. Понимать, что внешне удобно. Понимать, что наступает сложный период, кризисный период, и, может быть, позаботиться о чем-то, о каких-то вещах, которые помогут этот период переждать или просто спокойно его пережить. И да, там может быть обращение к терапевту, но помимо этого ведь это еще может быть там нормальное питание, общение, занятия спортом, зарядка по утрам, какие-то вот адекватные формы занятости, нормализация своей рабочей нагрузки. Так, итак, значит, нормальное питание. А что мы называем этим словом? Фрукты, жиры, белки, углеводы, клетчатка, да. Фрукты, жиры, белки, углеводы, клетчатка, витамины и витаминки. Именно в этом случае как бы пропить желательно. Неплохо, да. Неплохо бы тебе какой-нибудь набор, комплекс витаминов. Раз. Второе. Занятие спортом. Потому что именно в этот момент твое состояние зависит, твое тело, оно как бы вот, оно может получить сигнал типа все плохо, плечики вперед, голова вниз, глаза вниз. А если вам уже не 20 лет, то у вас еще начинают пережиматься сосуды, которые несут кровь, богатую кислородом, к мозгу. В первую очередь отключаются лобные доли. Во вторую очередь, что там дальше? Это мы уже совсем перекрыли кислород. Сначала выносливость понижается. Прекрасно. Ага, значит, физические занятия 2. Вот, встречи с друзьями 3. Да? И хобби 4. Обязательно. Ага. И, наконец, 5. Достаточно важное, как мне кажется, это понимание того, что вообще осень – это подготовка к зиме. Угу. И то, что происходит сейчас, вообще-то, оно является одной из серий этого фантастического сериала под названием «Жизнь». Угу. То есть, иными словами, мы начинаем уже думать о том, как мы будем наслаждаться осенью и зимой. Правильно я понимаю? Я думаю, да. Но планируем. Планируем. Планируем, закладываем, как это вот, когда-то люди делали заготовки на зиму, да, баночки закручивали, там что-то сушили, что-то вялили, но это по сути то же самое, метафора того, как мы готовимся к зиме. Необходимо запасы, не обязательно жировые, да, но запасы эмоций, да. Вот сейчас обидно было. Я только подготовился. Этого насобирал. Ну вот, ресурсов, получается, да, состояний, стратегий, благодаря которым входить в ресурс. Предвкушение. Нам необходимо в этот момент мечты и предвкушения. Мечты о том, чем мы будем заниматься в октябре. Мечты о том, о чем мы будем заниматься в ноябре. А там надо уже подарки к Новому году закупать. Да, я уже гирлянду купила. А я к зиме эти для птичек купила такие кормушки. Я правильно понимаю, что вообще именно сейчас, именно вот в этом состоянии лучше всего делать что? Делать как раз вот себе предвкушающие подарки к Новому году. Совершенно верно. Да. Протягивать в будущее свое настоящее существование и какие-то ставить такие вот светящиеся марки, такие, за которые можно будет держаться. И гирлянду растянуть от сегодняшнего дня. Гирлянду растянуть до весны. И только в том случае, если шарики этой гирлянды тебе не радуют, стоит обратиться к последнему, так сказать, вообще как бы предвкушение похода к психотерапевту, оно должно стоять за всем этим. А если это мне не поможет, то тогда я пойду к психотерапевту. Именно вот таким вот внутренним голосом нужно говорить о предстоящем визите к психотерапевту. Ура! Вот мне бы так свои стоматологи поговорить. Пора. Ура! Я пойду завтра к стоматологу. Наконец-то! Прекрасно. Ну что, мне кажется, это достаточно такое получилось интересная вещь. Полезненько. Ну давай что, еще раз повторим, да? Так быстренько. Да. Итак, шаг первый. Осень – это триггер. И если вы видите, что небо становится серее, да, это для вас сигнал того, что пора предвкушать. Зиму. Ну, скажем так, пора предвкушать октябрь, ноябрь и зиму. Раз. Второе. Второе – это что? А второе – это то, что это мои реакции. Вот если у меня случится там меланхолия или там еще что-нибудь, я могу этим наслаждаться. Это мое право. Но при этом я всегда... Это, конечно, обидно звучит, потому что до этого это все было так спонтанно, все это апатия, по-настоящему. Не искусственно, как вы сейчас рассказываете. Да. А вот прямо вот разозлиться, блядь, на родных. Вот это было естественно. А так-то что? Это что, мои реакции? Это не мои родные? Как-то обидненько. Угу. Вот. Смотритесь. Не наслаждайтесь. Итак, либо наслаждайтесь, да, шугайте родных, гоняйте их по домику. Либо вариант второй, то есть поймите, что это ваши реакции. Наконец, третье. Даже если это ваши реакции, это вовсе не значит, что вы должны их испытывать. Вы можете их испытывать. Но вместе с тем вы вполне можете испытывать и другие реакции. Или сделать что-нибудь с теми реакциями. Да. Угу. И, наконец, четвертое – это как раз уже предвкушать. Предвкушать будущее, потому что что из чего мы будем делать будущее? Из настоящего. Вот. И маленькая добавочка такого тренировки на каждый день. Тренируйте свои поднимания глаз наверх, разворачивание ключиц, ну она же прямая спина, да, и хорошего такого полноценного дыхания. Это те элементики, которые позволяют нашей субмодальности в голове подкрутить в нужную сторону. Если вы находитесь в это время среди людей, помните, что вам поможет. Представьте себе, что в ваших сосках находится лазер, которым вы ведете огонь по головам противников. Звук пиу-пиу-пиу должен сопровождать ваш внутренний диалог, и мне кажется, это само по себе достаточно сильно выпрямит вашу осанку. Мне кажется, на этой ноте мы распрощаемся с нашими радиослушателями. Итак, это был очередной выпуск Радио НЛП с Ольгой Парханович, Юрием Чекчуриным и нашей гостью. Пиу-пиу.